Войсковой части 25744 регионального командования «Запад» продолжается подготовка молодого пополнения бойцов. Прибывшие весной для прохождения воинской службы молодые солдаты были допущены на первые боевые стрельбы. Стоит отметить, что военному делу новоиспеченные военнослужащие обучаются с первых дней службы в рядах вооруженных сил. Под руководством своих командиров, опытных наставников, они изучают военную технику и вооружение по специальности. Практическим занятиям предшествовал курс теоретической подготовки, на котором солдаты изучили характеристики стрелкового оружия, технику и особенности стрельбы, а также с молодыми солдатами перед выполнением учебных стрельб провели поэтапную обработку каждого элемента их действий от получения боеприпасов и снаряжения магазина до разряжения оружия после стрельбы и усвоения мер безопасности. Месяц назад я был призван в 390-ю бригаду морской пехоты из Уральска. За это время мы научились стрелять из автомата и обучились его характеристикам. А сегодня впервые показали то, чему научились на практике. Если говорить об ощущениях, то их невозможно передать. После первого выстрела и запаха пороха от него я понял, что до последнего вздоха буду стоять на защите нашей страны. Уверен, что это не последняя наша вылазка на полигон и стрельба из оружия и военных машин. Конечно же, пользуясь моментом, хочу передать привет родителям, братьям и сестрам, родным и близким.